Какая неожиданность, да? А вот она, я тут. Ты даже понятия не имеешь, какими силами управляет мой отец. Думаешь, можешь остановить нас? Скоро Дагон вступит на земли Тамриэля. Впервые со времен мифического века наша победа будет полной и окончательной. Иди, мой отец жаждет поприветствовать тебя в Карак-Агайалоре. Итак, наконец-то ты здесь, слуга этого претендента Септима. Ты все еще думаешь, что у тебя есть шанс, да? Мы знали, что ты в конце концов доберешься сюда, но это тебе ничем не поможет. Не заставляй моего отца ждать. Он полагал, что ты явишься несколько часов назад. Иди, ведь тебе ж хотелось его увидеть, разве нет? Я долго ждал тебя, защитник старого Тамриэля. Ты — последний вздох умирающей эры. Ты дышишь затхлым воздухом ложных надежд. Как мало ты понимаешь! Тебе не остановить лорда Дагона! Стены между нашими мирами рушатся. Мифический рассвет становится все ближе с каждой трещиной в небесном своде. Скоро границы, что стали ныне зыбкими, будут окончательно стерты. Тамриэль и Обливион воссоединятся. Грядет возрождение мифического века. Лорд Дагон вновь ступит на Тамриэль. Мир будет перестроен. Из пепла старого мира восстанет новый мир и новая эра. Мои видения станут явью. Слабости не место в новом мире. Смертные и бессмертные, все подвергнутся огню очищения. Моя долгая дуэль с Септимами окончена, и я победил в ней. Император мертв, амулет королей мой! И последний защитник последнего жалкого Септима стоит передо мной в моей твердыне. Посмотрим, кто в итоге окажется сильнее. Время Боль очищает меня! Тебе удалось найти путь назад. Значит ли это, что... Манкар Камаран мертв. Значит, он у тебя. Амулет королей у тебя. Принадлежит мне? Амулет королей? Джоффри говорил то же самое. Если это правда, если император действительно был моим отцом, я смогу носить его.
Только наследники рода Септимов могут носить амулет королей. Да, конечно. Чего я жду? В конце концов, это ведь моя судьба. Никто не может противиться своей судьбе. Мне не был нужен амулет, чтобы подтвердить это. Я знал, что это правда еще тогда, в Квачче, когда впервые услышал об этом от тебя. Но одно дело говорить о том, что ты станешь императором, и совсем другое — стать им на самом деле. Еще нет. Пока мы не зажжем драконьи огни, врата будут оставаться открытыми, и вторжение Мирунаса Дагона будет продолжаться. Пока тебя не было, я отправил посланника к канцлеру Аката. Он ожидает нас в имперском городе. Канцлер Аката возглавляет совет старейшин. Совет управляет империей в отсутствие императора. Я не ожидаю от совета старейшин каких-либо возражений, но мы должны считаться с его мнением. Нам нужно немедленно отправляться в имперский город, пока враг не оправился от смерти Манкара Камарана. Поздравляю с победой, сэр. Добрый вечер, сэр. Добро пожаловать в имперский дворец. Где Мартин? Мне сказали, что он уже прибыл в столицу. Я ждал тебя. Совет в полном составе уже рассмотрел притязание Мартина на императорский трон. Мартин Септим, от имени Совета Старейшин я признаю твое право на императорский трон. Канцлер Окато! Мы должны начать... Канцлер Окато! На город совершено нападение. Врата Обливиона открылись, и Дейдра уже внутри. Стража не справляется. Мужайся, солдат. Император опять с нами. Ваше Величество, какие будут приказы? Стражи отойти к дворцу? Нет. Если мы позволим запереть нас во дворце, нам конец. Мы должны немедленно отправляться в храм Единого. Как прикажет наш повелитель. Стража, построиться и приготовиться к защите императора. В храм Единого. Yeah!
Мы опоздали. Мирунес Дагон здесь. Драконьи огни больше не спасут нас. Барьеров, защищавших нас от Обливиона, больше нет. Я не знаю, как. Оружие смертных может причинить ему вред, но теперь, когда он здесь, в Тамриэле, оно не обладает силой полностью уничтожить его. Подожди. Точно. Этот амулет был дарован смертным самим Акатошем. Он содержит его божественную силу. Но как использовать эту силу против Дагона? Этот амулет не предназначался для использования в качестве оружия. У меня есть идея. Это наша последняя надежда. Я должен добраться до драконьих огней в храме Единого. Тебе придется довериться мне. Теперь я знаю, для чего я был рожден. Но мне понадобится твоя помощь. Я должен как-то пробраться мимо Мирунеса Дагона. Тогда я сделаю все остальное. Веди, друг мой. Я с тобой. Я делаю то, что должен делать. Я не могу остаться, чтобы восстановить Тамриэль. Эта задача ляжет на плечи других. Прощай, ты хороший друг. Жаль, мы были знакомы так недолго. А я должен идти. Дракон ждет. Амулет уничтожен. Дагон побежден. Кровью дракона и силой амулета королей навеки запечатаны врата Обливиона. Последний из септимов становится достоянием истории. Сердце мое спокойно, ибо знаю я, моя жертва не была напрасной. Я займу свое место рядом с отцом моим, дедами и
и прадедами. Третья эра закончилась. Грядет новая эпоха. Твои деяния будут записаны в следующем древнем свитке. Будущее народов. Судьба империи. Это теперь в твоих руках. Что случилось? Где Мартин? Я должен поздравить его. Мирунос Дагон повержен, отправлен назад в Обливион. Мы победили. Что значит «больше нет»? Мы видели, как купол храма взорвался, и появилось воплощение Акатоша. Это был Мартин. Соединенная вместе кровь королей и богов, амулет королей, божественная сила Акатоша. Значит, Мартина больше нет. Да, закрыты навечно. Мирунос Дагон и его прихвостни больше никогда не будут угрожать Тамриэлю. Мартин мертв, но он умер как император и как герой, равный Тайберу Септиму. Эта победа далась нам тяжелой ценой. Мы потеряли Мартина Септима. Какой император мог бы из него получиться? Его самопожертвование было необходимым, но оно оставило империю без императора. Я не знаю, что будет дальше. Империю ждут тревожные времена. Но сейчас не время волноваться о будущем. Нужно благодарить судьбу, что мы остались в живых. Властью Верховного Канцлера Совета Старейшин я провозглашаю тебя защитником Сиродила. Также в знак благодарности за твое служение империи я приказал изготовить для тебя имперские драконьи доспехи. Имперские драконьи доспехи обычно носит только сам император, но защитник Сиродила достоин этой чести не в меньшей степени. Я знаю, что его больше нет. Как канцлера Совета Старейшин, меня сейчас больше всего заботит, как выбрать его преемника. Теперь мы управляем империей. Очень скоро мы приведем империю в порядок. Но если быть честным, я не знаю, что будет дальше. Волнения в провинциях продолжаются уже несколько лет. Они начались еще до последнего кризиса. У нас нет законного претендента на драконий трон, и нас ждут тревожные времена. Тобою заслужено самое высокое звание в Ордене Дракона, прославленном Ордене Имперских Рыцарей, учрежденном самим Тайбером Септимом. Это великая честь. За всю историю Империи всего шестеро добились такой чести до тебя. Этот дракон будет стоять здесь вечно, как память того, что Мартин сделал для всего Тамриэля. Барды еще много лет будут сочинять песни в твою честь. Только подумать, что мы пережили. Все бросили свои дела и празднуют избавление от зла.
Слава Акатошу и его слуге Мартину. Прощай. И когда появились эти огненные облака, а Дейдра заполонили улицы, казалось, что нам всем конец. Если бы не ты. Каждый раз, когда я прохожу мимо храма, я вспоминаю тот ужасный день. И как вы с Мартином спасли нас от уничтожения. Еще увидимся. Не могу поверить, что все кончено. Этот огромный демон, дракон, что произошло? Мы победили? Да, есть вопросы, пожелания? Все спокойно на дрожащих островах, мой лорд. Разве чудес не бывает? Если б мы только могли чаще встречаться. Твоим услугам, лорд Шагаран.
Салют. Да. Приветствую. Что? Приветствую. Увидимся.
отчитывать.